Дорогие друзья, мы с радостью заявляем о создании народного движения «Куще партиясы». Нас много, и мы все объединились благодаря акциям, которые проводили на улицах и площадях наших городов. Мы рады, что в стране растет гражданская активность, и тысячи людей заявляют о своих правах. Заявляют бесстрашно и грамотно. Мы поняли, что улицы – это сила. Люди на улицах самые честные и справедливые. Мы те, кто любит нашу страну. Мы те, кто меняет будущее нашей страны, и мы призываем вас быть вместе с нами. Мы выбрали цветом нашего движения «Куще партиясы» зеленый цвет, и это не случайно. Мы идем на зеленый. Для нас открыты все дороги, потому что мы на стороне правды и справедливости. Мы создали наш логотип, где не случайно заложены цвета позитива и новизны. Зеленый – цвет обновления и природного роста. Мы готовимся стать самой мощной политической силой страны. Желтый – цвет тепла и солнца. Мы согреем своей дружбой и позитивными пожеланиями миллионы сердец. Белый – цвет чистоты замыслов, прозрачности наших намерений. Мы хотим только успеха и процветания Казахстана и каждому гражданину, живущему в нашей прекрасной стране. Вступайте в наши ряды. Мы мирная политическая сила. Нас невозможно остановить, запретить и сбить с пути. Нам повсюду горит зеленый свет. Алга Куще партиясы.